А ты говоришь Авраам, надо говорить Варлаам. Блин, вы заговаривали. Костик, не сай, молодежь, поднимай. Костик, Говори. Ваня звонит Устинова. Уже с переезда сошли машины, везут Иосифу там доски, кирпичи, просят помощи. Ну, Виктора считать надо, наверное, потеряешь его уже. У лагеря. Лагерное у нас назначено было что-то свое срочное. Ну, пойдете, переоденетесь. В деревню разгрузить. Вот двое есть. Так, еще кто? Пойдете, третий. Ну еще одно у нас. Четвертый. Все, она говорит, хорошо бы четыре, сильно груженные. Объявление одно только. Так, Лена, у тебя еще есть? Объявление. Да. Завтра занятие, все. Она мне дала документ, ну, согласно тому, что есть сейчас, что назначена комиссия проверки лагеря. Они меняют там тактику, подойти по другой причине. Там плановая, внеплановая. Это будет во вторник. Просьба помолиться всех. Надо переодеться, успеть. Давайте, идите. Все, идите, все, кому сказано, переоденьтесь. Ну, эти ушли, без них мне этот вопрос завтра я решу. Потому что лагерные были обвинены, что они там говорили не так, там во время футбол играли. Завтра мы разделим деревенские лагерные и спросим, какие у кого претензии есть. Сегодня начали разбираться, а вот они там матерились, то другое разобрали. Ну, подряд всех спрашиваю. Ну, вот вы знаете, Ливия так... Анфиса, на то время так важно, что ты говоришь. Ты же можешь в любое время поговорить. Ливия стоит, знаете, мать ее здесь, Леонида все. Никто не подтверждает, ни один. Поэтому я сказал, футбол больше не играете. А почему? Игнат Тихонович, это надо спросить деревенских, Василису. Деревенские, я про это и говорю. Вот. Деревенские Веня. Завтра. Завтра. Ну, как бы, поговорите может быть, этих еще и не было, когда это произошло. У них обвинений-то нет против потеряевских-то. Потому что они разбрелись, а тут все на глазах. Потом деревенским верить... Просто надо, чтобы деревенские все... Поговорите, я же не обвиняю. Я говорю, вы сказали мне, я сразу же ударил в колокол, собрались и стал всех спрашивать, кто был, кто играл. Они все здесь. Потеряевских как собрать? Ни один не подтвердил. Ни один. Ну давайте, у всех девчонок обвинять во лжи. Основания никакого нет. Да при чем тут не во лжи, Игнатий Тихонович, я еще раз говорю, может быть, не в этот раз, когда они играли, когда уже Загуляева. Ну, может быть, какой-то год. Ну, нынче какой-то все... год, а нынче вот первый раз, знаю. Когда играли. Ну, тут любой судья поймет. Ну, всех до одного расспросил. Нету. Которые лежали, спали, я его сразу в другую убрал подтверждение. Ну, нет. Он слышал что-то, на бумажке написал, посмотрели, так или не так. То есть мы меры принимаем самые кардинальные. Поэтому завтра мы их разведем на две группы-то и спросим, когда кто это говорил. Мы собираемся и допускаем игры для того, чтобы человек, как говорится, развивался, видел все это. А не для того, чтобы бегать в это время и творить то неподобное. Они у нас короткое время здесь, поэтому с нас просто какой. Вот он приехал, а он ничего и не знает. Да, он, я говорю, ты веришь в Бога? Да, веришь, что страшный суд будет? Да, верю. Ну, на этом основании давай говорить. Где он, обвиняемый-то у меня? Андрей?
Андрей-то, вот. Подойди сюда. Его обвиняли. Все уже до конца прошел. И несмотря на это, я его убрал с этой, передал в другую келью где-то. Деревню-то это труднее сделать, потому что они вышли в разные места. Здесь каждый день и ночь они все вместе. Да, приехали там, обидели их пятеро из одной семьи. Толкнул ее, но уже он вышел старше. Я ее сегодня толкнул, она там стояла где-то, и уже земной поклон, прости меня, у родной сестры. Ну, в этих семьях что спрашивать? Одна мать, шестеро ребятишек, шестым лежит в больнице. Мы принимаем, что только возможно. Да. Я знаю, что непослушание в детях. И сказал, я его в лагерь не беру, матери. А мать сразу, ну как, они всю зиму так готовились, так хотели. И основания-то нет, но он... Всю зиму готовились, хотели. Вот старший брат сидит, Кирилл. Взяли. Ведем под наблюдение. Мы принимаем самое малое ваше замечание. Потому что мы работаем с ними. Вот об этом помолите, чтобы завтра в разговоре ничего не было плохого. А ложного. Я говорю, а потеряевские... Они ни одного обвинения потеряли. В сторону потеряевских ни одного обвинения от наших не было. Видите как? Поэтому претензий к потеряевским никаких нету. Потеряевским пустили эту молву, что они играют, и там вроде облако матерков. Не подтвердилось ни одного. Может, не этот раз, может, другой. Нам нужно узнать это дело и поставить преграду, чтобы этого никогда не было. Вот с этой целью. И вы там уже постарайтесь свои, чтобы дети, ну, постарались выявить. Мы же работаем. Он побыл здесь месяц, сейчас уезжает, и может, никогда его не увидим. Поэтому наше влияние, оно начинается буквально с нуля. И что я могу сделать? Он 2-3 недели пробыл здесь. Легли спать, он что-то там сказал. Я не знал, никто не говорил. Прошу прощения. Все? Отдохнули? Поспали? Идем домой. С Богом. А сестра, все, мне мама сказала, она все, они вышли из больницы, выздоровели. Выздоровели? Да, все. Выздоровели. Девчонка родилась и с пороком сердца, Лена. Маленькая. В Новосибирске сложную операцию сделали. Ну вот вышел шестой ребенок. Значит. Слава Богу. Так. А ты мне нужен. Лена тоже нужна. Лагерь, стройся. Подарю, подарю за ваши тысячи рублей. Лена, ты мне нужна на короткий момент. Никита, подойди. Витя, подойди сюда. Комиссия. Могло этого не быть, но я это скажу. Разреши нам завтра прийти к вам в гости. Мне нужно, чтобы запротоколировало, что будем говорить на бумаге. Что Виктор, он по-прежнему остается старшим воспитателем. Володя временно исполняющий поставить. Двоих я еще, которые приехали тут у меня, поставлю воспитателем, проведу. Это по уставу, я имею право это делать. Но надо составить протокол. Протокол? Да. Конечно, состав как секретарь протокола, это официально будет там с печатью и все на этом. Ладно? Да. Договоримся на какое время. Скажи нам, когда подойти. Ну давайте, может, перед занятиями. Перед занятиями, занятия в час подойти, пол первого хотя бы, да? Ну да. А только мы там будем, я сказал, но эти люди придут и или все. Или в школу, там, чтобы больше. А все равно. И поставь печать официально, чтобы документ такой был. Мы давно уже не занимали, а это право давно мне согласно уставу лагеря. Угу. Все. Уходим. Пойдемте. Вы мне сказали написать заявление на оставление сына. Да. Я не написал, потому что Володя мне не сказал, как писать. Не знал, как писать. Мне нужно с вами сесть. Я такой-то. Так. Свой обратный адрес. Так. Добровольно привез сюда сына и оставляю его на месяц, в течение месяца в лагере. Ознакомлен с уставом лагеря, совсем согласен. Через месяц я его забираю. Больше ничего не надо. Простыми словами. Хорошо. Расписаться и больше не надо ничего. Пойдемте. Сейчас, я обещал Елене подождать. Давайте.